God. Есть в нашей программе волшебная рубрика «Маленький засланец». И сегодня маленького засланца мы засылаем в познавательный центр. Сейчас мы поймаем оператора, поймаем засланца, и он нам расскажет, как тут дела обстоят. Если посмотреть на науку и технику с развлекательной позиции, то не такая она уж и скучная. Михаил, ты что такого плохого сделал? За что тебя? Не знаю. А маленький лайфхак для родителей. Если ребенок не слушается, вот можете, пожалуйста, приходите. И тут можно любые воспитательные беседы вести, он же все равно никуда не денется. Тут и оставим. Ну ладно, я ж пошутила, давайте дальше. Тяжело? Нет. Я назову вашу программу и мои чувства. О май гад! О май гад. А как тебе такое, Илон Маск? Классная штука. Вот, любой справится. А, я знаю, как использовать эту штуку. All that I have is all that you've given me. Лайфхак. Утром приходите сюда, пока дитя играет, вы себе и укладку, и все сделали. Вот и выходит, что наука, если ее правильно приготовить, это не только вредно, но и полезно. Вот, например, крайне нужное изобретение – трансформатор голоса. Кашалот. Официальный повод проораться. Ну так. Для тех, у кого очень громкие дети. Потом он сорвет голос, и все, и тихо дома будет. Хорошо, что эта штука самих детей в диких зверей не превращает. А то что бы мы тут делали лапками? И сейчас я буду делать мост. Мост. Понятно. Так, в мою честь назовут мост. Не благодарите за идею. Тоже можете прийти и сделать мост с имени себя, да? Угу. Делаем мост в честь тети Юлии, в честь... Чего ты, тетя-то? Ну ладно тебе, ну подумаешь. Значит, его честь назовут мост. Бабах! Неожиданный поворот событий. Все, мост имени меня закончился. Следующий пункт давай. Идите, я магистр. Во-во-во-во-во. А теперь вниз. Вот, а потом начинается МММ, там еще что-то. А теперь вниз, я магистр, все. Надо как можно сильнее раскрутить. Ну, тем... Все, устал? Точно. Ну вот, еще и спать крепче будет. А пока Миша не видит, можно успеть... Попить из унитаза. О май гад! О май гад, скажите, да? Правильно сделаете. Развлекуха развлекухой, но не стоит недооценивать полезную составляющую. Физику мы подтянули, на очереди веселая анатомия. Это у нас мозги. Но, к сожалению, есть они у нас не у всех. Здесь небо вот немножечко, да? Михаил, да вы будущий патологоанатом. Я даже вас не отлюблю. А как у вас тут прицеплять? Не курит, молодец. Все правильно, хорошо. Эта шестеренка вращает голову. Так. Это переходит к этой, этой. Это, наверное, она тяжелая, потому что здесь такая большая шестеренка вращает ее. И это называется цепная реакция. Обалдеть. Цепная реакция. И когда место в телефоне уже трещало по швам, мы наткнулись на полный о май гад. Смертельный номер. Гвозди. Это нормальные, обычные гвозди потрогай, да? Ну что, тебе-то точно поверю. Гвозди острые. Ну я же быстро соскочу, и тогда тебе будет. Ай-яй-яй. Ва, чувствую иголочки. Сейчас еще больше. Ха-ха-ха, прикольно. Покалывание такое. Обалдеть! Интерактивная выставка «Чудеса науки» ждет вас на втором этаже ТРЦ-фестиваль.
Здесь же вы можете найти подарки для будущих Эйнштейнов, познавательные наборы от Эврики.